Музеи Чувашии вышли в финал фестиваля «Дивы России». Это конкурс видеопрезентации среди регионов, городов, туристических маршрутов, музеев, гостиниц. За почетное звание «Дивы России» по ПФО в разных номинациях борются 47 проектов. Три из них из Чувашии. Это музей космонавтики имени Андриана Николаева, музей истории трактора и этнический двор Верхних Чувашей Аликовского района. Отметим, что музей космонавтики представляет сюжет детской программы национального телевидения Чувашии «Бухты-барахты». Итоги конкурса «Дивы России» подведут 28-29 апреля в Ижевске.